Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня одна из интереснейших тем — это ароматы на лето. И для каждого аромата лета — это разные ароматы. Кто-то любит свежие легкие ароматы, в тех которых зеленые нотки, морские, кто-то любит сладкие, приторные, кто-то древесные ноты. Конечно, что мне нравится в Oriflame — огромный выбор ароматов на любой вкус, на любую погоду, время года и время суток, потому что днем и утром мы хотим чего-то более легкого, а вечером можно уже и зажигать. Поэтому я расскажу те ароматы, которые сейчас у меня в использовании. Получилось их 10 ароматов, как раз, как интересно, и начнем. Первый аромат — Amber Elixir кристалл, цветочно-фруктовый. Очень красивый дизайн, флакон из такого синего стекла цвета морской волны с золотыми элементами, и на крышке как раз написано название аромата. Состав: водные ноты — амбра, грейпфрут, средние ноты, верхние ноты — амбра, грейпфрут, средние ноты — цветок апельсина, фиалка, кумин, а базовые ноты — сахарный тростник, кокосовое молоко и ваниль. Знаете, такая интересная смесь, и этот аромат не похож ни на какой другой, и он действительно подходит как раз на дневное, утреннее время суток. Для меня такие ощущения. Он достаточно легкий, но в то же время этот аромат притягательный. И какой вопрос обычно задают: какой у тебя интересный аромат, а нравится? Да, классно, тебе идет. Вот мне нравится, когда люди замечают на мне аромат, и нравится, когда они реагируют и спрашивают, где купила, сколько стоит, даже могут спросить, где заказать и так далее. Следующий аромат посмотрим — Giordani Gold Essenza. Есть ароматы, которыми я могу пользоваться круглый год и круглые сутки, как раз это один из них. Лимон, мандарин, жасмин, флёр д'оранж, амбра, древесная нота и мускус. Такой увесистый, солидный флакон с золотой крышкой. Аромат у меня уже, наверное, четвертый. Я им пользуюсь постоянно, мне он очень нравится. И вы знаете, некоторые ароматы, они несут определенное состояние. Что такое состояние? Внутреннее состояние. И они могут его трансформировать. И вот в этом аромате я себя чувствую, ну, очень красивой женщиной, женщиной-королевой. С таким ароматом я не могу идти вот просто в шортиках, в майке или в тренировочном костюме. Нет, конечно, это очень изысканный аромат, и его нужно носить определенным образом, то есть подобрать и место, и гардероб, чтобы все соответствовало, чтобы не было такого непонятно вырвано, да, из контекста, это отсюда, ну и как-то не сочетается. Я люблю, когда аромат, он является как вот завершающей нотой, как вот той последней каплей или вишенкой на торте, когда вот эта капля, она завершает образ и делает его таким собранным. Шикарный аромат, очень рекомендую все ароматы сначала тестировать через пробники, потому что то, что нравится мне и на мне красиво звучит, вам может вообще не понравиться. И что интересно, один и тот же аромат на каждом человеке раскрывается по-разному, потому что у нас есть еще наш собственный аромат, и они когда смешиваются, то ароматы меняются. Следующий аромат — Infinite. Это как раз тоже такой аромат, который я ношу круглый год, и зимой, и осенью, летом, и весной. Он шикарный цветочный аромат. Верхние ноты — кумкват, мандарин, розовый перец. Кстати, очень люблю ноту розовый перец, и когда она присутствует в аромате, вероятность того, что он мне понравится, очень высока. Средняя нота — жасмин, базовые ноты — ваниль, кашемировое дерево и амбра. Вот такой красивейший аромат. А какую эмоцию он вызывает? Любовь, страсть, такой танец, или вот что-то бачата, такой парный танец, и пара влюблена. Вот у меня такая ассоциация с этим ароматом.
и в то же время и нежность, и теплота. Он такой вот прям вот уютный. Когда я не знаю, какой аромат выбрать, вот бывает состояние такое непонятное, и вот чтобы сбалансировать себя, я могу просто нанести этот аромат, и постепенно как-то состояние выравнивается, такая мягкость, уходит тревожность. Вот так работает этот аромат. Следующий очень легкий, как раз это день, это такое вот легкое настроение, игривое, восточно-цветочный, Экла Блан, мандариновый шпиц, зимняя роза и мускус. Я бы сказала, он у меня ассоциируется с такими, я даже помню, мне кажется, как-то в составе было написано, что там брызги шампанского, что-то искристость, такая энергия, драйв, молодость, какая-то вот звонкость. Вот этот аромат, я бы сказала, что он достаточно звонкий, не легкий, но и не такой восточный, как принято. Восточный — это значит, он будет такой грузить, тяжелый, или какое-то слово хотела сказать, ну, тяжелый, в общем-то. Нет, он не тяжелый, он очень легкий, классный аромат. Следующий — Poses Absolute, красивейший позес. Я люблю все вариации позы, они все настолько разные, и я не сомневалась, что этот мне тоже понравится, но он не такой яркий, как два предыдущих позес: позес Secrets и позес просто классический. А он абсолютно не такой вот яркий, не слишком приметный, поэтому его тоже можно использовать на день. Итак, Poses Absolute — роскошный женственно-древесно-фруктовый аромат. В нем сплетаются воедино сочные зерна граната, сверкающие на солнце от капель росы белые цветы и глубокие древесные ноты, для того чтобы раскрыть поистину божественную сущность аромата. То есть он и не предполагает быть таким вызывающим, ярким и запоминающимся. Он именно такое состояние, чтобы была женщина истинная, нежная, любящая мама, жена. Классный аромат, и конечно дизайн классный. Следующий аромат — Eclat Mon Parfum. Кстати, его я тоже очень люблю, круглый год могу пользоваться, только не на жару. В основном в жару ароматы выглядят гораздо тяжелее, нежели в прохладную, комфортную температуру. Любой аромат будет по-другому раскрываться абсолютно, но этот очень, очень такой изысканный. Он выделяется, и он сразу бросается в нос, потому что меня очень много раз спрашивали, что это за аромат. Очень много раз я знакомилась с людьми, у меня появлялись клиенты благодаря этому аромату, потому что он роскошный, очень дорогой. Итак, китайская груша, розовый перец, конечно, королевский белый ирис, миндальная пудра, белые пачули и светлый мускус. Представляете, какое красивое гармоничное сочетание. То есть в этом аромате я тоже чувствую себя очень уверенно, очень комфортно, вот прям женщина, которая любит себя, я бы так его охарактеризовала. Следующий аромат, который меня удивил, никогда не обращала на него внимания, а в последнее время мне почему-то вот прям захотелось именно этих нот. И у меня как раз заказала этот аромат подруга, при мне его раскрыла, набрызгались и она, и я поняла, что я совершила огромную ошибку, что раньше с этим ароматом не познакомилась. И вы сейчас тоже будете удивлены, потому что это Women's Collection белая сирень. Вот так. Аромат не стойкий, то есть он не такой стойкий, как все предыдущие, потому что в основном у всех ароматов, которые я показывала ранее, высокая концентрация стойкости, у этого она средняя, то есть 3-4 часа и можно обновить. И мне это очень понравилось на лето. Сейчас расскажу вам немножечко про него. Это цветочный мускусный аромат. Белая сирень символизирует чистоту и невинность. Далее — природная свежесть зеленых листьев. Далее —
пудрово-цветочные ноты белой сирени, которые плавно переходят в древесно-бархатный шлейф из гелиотропа. Можете себе просто представить: верхние ноты — зеленая листва, ноты сердца — белая сирень, водяной жасмин, пион, а базовые ноты — гелиотроп и древесные ноты. Когда я его наношу, первое, что я чувствую, это белая сирень. Она просто ярко сразу выходит на передний план, хотя здесь написано: верхние ноты — зеленая листва. А вот потом как раз я чувствую вот эту вот прохладную зеленую листву. И что меня удивило, что даже в жару с этим ароматом комфортно, потому что вот эта зелень на коже очень красиво раскрывается. Это было открытием. Рекомендую, попробуйте, классный аромат, и у него очень доступная цена. Следующий аромат — это парфюмерная вода Sea Swedish Experience Blazing Warmth. Удивительно крутой аромат, вот так он выглядит. Дизайн, конечно, очень крутой. У этого аромата объем нестандартный — 75 миллилитров. И этот аромат можно спокойно переливать, откручивая дозатор. Что я сегодня и сделала. Я собираюсь в дорогу, и в маленький мини-флакончик 5 миллилитров я как раз отлила этот аромат. Именно его я захотела взять в путешествие, потому что этот аромат у меня и ассоциируется с путешествиями. Почему? Рассказываю. Этот аромат был создан в результате международной экспедиции по шведскому архипелагу, и аромат собирался с использованием новейших технологий, запатентованных, когда аромат берется без вреда для растения, то есть не нужно срывать растения, а по специальной технологии забирается аромат, и получается что-то волшебное, при этом очень высокая стойкость аромата. Он так красиво раскрывается на коже, на теле. Верхние ноты — апельсин, зеленое яблоко, озоновые ноты. Ноты сердца — жасмин, сосновая хвоя, цветы пижмы. Базовые ноты — березовые искры, амбервуд, полынь. И вот чувствуется захватывающий аромат шведской природы. И напоминает этот аромат, вот у меня, например, такую поляну, залитую солнцем, то есть в лесу. Тут березы, сосны, и растут разнотравья. Обязательно пижма, я ее очень здесь чувствую. Мне очень нравится, это легкая такая горчинка. Настолько красивый, богатый аромат. Не всем нравится, он специфический достаточно, но стоит его раскрыть для себя и полюбить. И у этого аромата есть еще еще один аромат из этой же серии, голубой Си. Вот, кстати, он мне не очень подходит. Мне нравится он на дочке, она сейчас им пользуется. Как на ней красиво он звучит, на себе не воспринимаю. Видите, как это важно, чтобы аромат понравился вам лично. Следующий аромат — это парфюмерная вода So Five Together Hyo. И у нас еще один остается аромат. Итак, я держу в руках вот такую невероятно стильную фигурку, да, фигурка с характером, но аромат на самом деле очень чувственный и энергичный. Верхние ноты — сорбет из красной смородины, кумкват, ананас, а я очень люблю фруктовые ноты в ароматах. Ноты сердца — острый перец, пимента, жасмин, персик. А базовые ноты — сандал, бобы тонко и маршмеллоу. Это очень красиво звучит. Знаете, что мне напомнил этот аромат? Happy Dizziak, помните? Почему-то, когда я его впервые для себя открыла, мне показалось, что эти ароматы похожи. Happy Dizziak сняли с производства, а этот можно приобрести. И завершает нашу сегодняшнюю обзорную такую коллекцию парфюмерная вода Divine Exclusive. Это более вечерний аромат, если вы хотите заявить о себе,
прям так вау, супер звезда, то этот аромат, конечно, вам супер подойдет. Фруктовый шипровый состав: сицилийский мандарин, бергамот, земляника, ноты сердца, аккорд сияния звезд, пион, жасмин, гелиотроп, базовые ноты: бензойная смола, ваниль и пачули. Это просто сексуально очень, настолько классный, такой красивый аромат. И честно говоря, меня покорил этот дизайн, как можно устоять, такой богатый флакон и колпачок обрамлен кристаллами, это выглядит, конечно, шикарно. И что мне нравится в большинстве ароматах, то что они и внешне очень красиво выглядят, и внутри такое шикарное сочетание. Я вам рассказала то, что нравится мне. Расскажите в комментариях под видео, что нравится вам, какие ароматы на лето вы для себя выбираете, те, которые вам помогают чувствовать себя лучше, нравятся и вам, и окружающим. Очень важно в ароматах это иметь меру, не переборщить, потому что если слишком много аромата, особенно жарко, то можно как бы народ вокруг себя распугать, поэтому будьте аккуратны. Я вас благодарю за внимание, до скорых встреч, с вами была Лилия Донскова и 10 ароматов от Oriflame. Пока-пока! Уложилась по времени? Да, как раз.